Здравствуйте, зовут меня Владимир. Значит, скажу сразу, человек я спокойный, но если меня будут пытаться... Вгрызусь в кадык и умру натуралом. Ты ждешь их и дождешься. Этой весной. Здравствуйте, Володя. Здравствуйте, Демон. Измайлов. Гриш, ты когда такой умный, я прям таю. Ты, главное, не испарись. Яковлев. Я когда вижу женщину, которая дает, я теряю контроль. Мухич. Гриш, наша связь теперь порочна, мы по разные стороны закона. Да. Класс. И все. Бей. Но дверь уже открылась. При чем тут дверь? «Полицейский с Рублевки» новый сезон с 11 марта в 8 вечера на ТНТ.